«Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году 5 школьных команд Чувашии вышли в полуфинал этого профессионального конкурса. Среди них учителя Вурнарской средней общеобразовательной школы номер 2. Мы, команда единомышленников, представляются полуфиналисты проекта «Учитель будущего». Для участия в конкурсе объединились преподаватели по таким разным, на первый взгляд, школьным предметам – географии, математики и информатики. Мы общаемся в жизни с учителями этими. Мы учились вместе, и нам как-то вместе удобнее работать. Первый этап индивидуального тестирования успешно пройден. Впереди у учителей много командной работы. В полуфинале их ждет педагогический триатлон, который включает в себя педагогические дебаты на заданную тему, методический конструктор и кейс-игру. Мы планируем, конечно, что да, мы хотели бы пройти этот полуфинал, очень, чтобы у нас все это удачно получилось, и намеренно нацелены на победу. Пока готовимся, собираемся, мысли собираем. Отличным подспорьем в подготовке к конкурсу стала точка роста. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей открылся в школе в прошлом году. Здесь преподаватели со своими учениками часто собираются для мозгового штурма. Ведь в случае выхода в финал команде учителей предстоит продемонстрировать открытый урок географии с применениями знаний по информатике и математике. Слушайте, а ведь квадрокоптер можно запрограммировать на любой полет. Вот с помощью его мы как раз и обновим карту нашего поселка. Точно! А правильно нанести данные на карту нам поможет мой любимый предмет – математика. Очный полуфинал команд ПФО пройдет в Уфе в марте. В нем выступят 50 команд. Чувашу на этом этапе, помимо вурнарских учителей, представят команды еще 4 школ республики. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика.